На протяжении многих лет каждое ее появление на сцене Саратовского театра – настоящий подарок для зрителей. Неподражаемая актерская игра, природная органичность и харизма сделали Галину Есареву одной из ведущих актрис театра. Сегодня ее праздник, ее юбилейный вечер. Народной артистке Удмуртской республики исполняется 75 лет. Сцену и выступления она любит с детства. У меня в районе, я же в Нижнем Новгороде, в Горьком тогда родилась, и там был ДК огромный. Я туда ходила просто целыми днями, и танцевала, и пела, и с животными там, и все-все-все, и там был кукольный театр, тоже туда ходила. В общем, целый день, целый день, целый день. А в актерскую профессию Галину Сергеевну привела природная харизма и друг, который, заканчивая режиссерское отделение, пригласил ее играть в своем дипломном спектакле. Уговорил, долго уговаривал, но ну ладно, давай. И все педагоги пришли смотреть его дипломную работу. И говорят, а что ж ты делаешь? Зачем актрису-то взял? Это же народный театр. Он говорит, это не актриса, она просто, он работает там. В патенте. Все, немедленно в училище. И все, вот так вот меня взяли в училище. Очень просто и легко. По случаю юбилея Сарапульский театр провел показ комедии «Примадонны», а также праздничный капустник. Ей сыграно более 250 ролей. Создано множество ярких, запоминающихся образов, любимых зрителями. Она одинаково хороша как в серьезных спектаклях, так и в комедиях. На сцене нашего театра она блистает вот уже более 40 лет. С цветами и улыбками пришли поздравить народную артистку Удмуртии благодарные зрители и коллеги. Дорогая Галина Сергеевна, поздравляем вас очаровательную, красивую, с днем рождения. Хочется поблагодарить вас, прежде всего, за то, что вы нам дарите столько лет такие эмоции незабываемые, что, конечно, обогащаете наши души. Хочется вам пожелать, чтобы вы и дальше, чтобы у вас было вдохновение, пожелать вам, чтобы вы оставались такой же очаровательной, чтобы жизнь вам дарила как можно больше добрых, счастливых событий. Галина Сергеевна. Да. Галина Сергеевна. Да, сто лет не виделись. Да, сто лет. Сто лет не виделись. Я всю жизнь живу и восторгаюсь. Восторгаюсь вашим творчеством, вашей любовью, жизни, радостью. Умение жизни радоваться. Заслуги Галины Есаревой отмечены многочисленными дипломами, грамотами и наградами. С 1985 года она является членом Союза театральных деятелей России. Повезло Удмуртской республике, как повезло вам, зрителям города Саратова, и не только, что у нас есть такой уникальный человек, уникальная актриса, которая нас радует своим творчеством и безумно завидую вот этим молодым артистам и артисткам, у которых есть такой наставник. Вот они сегодня задают вопросы по жизни, я думаю, что этих вопросов не так много, но находясь рядом с таким гениальным человеком, талантливой артисткой, они все это впитывают. Она не играет, она живет на сцене. И несмотря на почтенный возраст, сохраняет бодрость духа и боевой настрой. Нашей Галине снова 17, и пусть так и будет, будет всегда.